Все уже привыкли, что особая экономическая зона Алабуга – это место, где реализуются амбициозные и успешные инновации. Сегодня будет запущен поистине масштабный проект снабжения резидентов электричеством по первой категории надежности. Так, добрый вечер, Хайрлякич Маразгада. Сегодня знаковые события для нашей особой экономической зоны. Очень важно иметь электроэнергию, обеспечение энергетикой первой категории. Это была непростая задача, ее мы решали не сразу, но благодаря системной работе, это прежде всего подстанция, она сначала Камма-500 была, сейчас она носит имя великого энергетика Щелокова. Эта подстанция была построена, я хочу поблагодарить Ильшата Шаевича Фардеева, генерального директора сетевой компании, который взялся за эту работу и эту задачу решил. Сетевой компании аплодисменты. И, конечно же, все это хозяйство, и Тойма, и Елабуга, и генерация будущая, здесь вот эта распределительная подстанция, очень важный элемент для обеспечения надежного энергоснабжения особой экономической зоны. Тимур Наильевич, вашими трудами. Вот это свершилось. Я считаю, что сегодня особая экономическая зона имеет самую высокую степень надежности энергоснабжения. Я всех вас поздравляю с этим событием. Благодарю всех строителей, проектировщиков, тех людей, которые принимали в этом участие. Bu tesis bizim için oldukça önemli. Это очень важное сооружение для нас. Bu yıl içerisinde Şişecam grubu olarak burada iki tane büyük tesis devreye aldık. Ve özel ekonomik zonun değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Şahsım, hayırlı uğurlu olsun. Я хочу, чтобы это было во благо всем. Благодарим вас. Уважаемые участники церемонии, просим вас присоединиться к зрителям.